Всем добрый день. Начинаем сегодняшний дневной. Сигнализация какая? Не сигнализация, это сирены. С улицы Социалистической. Признаюсь честно, обзор начинаю чуть-чуть раньше, чем обычно. Так как сегодня я уже предупреждал вас, кто был в эфире, знает. Занят буду в дневные часы. После 14 точно. Итак, улица Социалистическая. Как видите, на сей момент пока еще вот только вот одна точечка открылась. Пояса, наколенники, всякие такие вот штуковины. По-прежнему проводится благоустройство. Ну и, конечно же, вы наверняка обратили внимание, что утром я вам показывал дождик, а вот в обед уже могу показать солнышко. В принципе, часиков в 9:30, наверное, уже было где-то солнце везде. В Лазаревском, я имею в виду. Везде, не знаю. Дует ветерок здесь в районе моря, в центре поселка все нормально. Мини-отель «Арман» вижу. Все комментарии, которые я прочел на Яндекс.Зене, я зафиксировал, ребят, так что я помню. Просто сегодня, наверное, не получится, да? И, честно говоря, вы еще не досмотрели те, которые я уже снял. Я просто после сочинских этих прогулок наснимал много, будете смотреть еще долго. Что касается набережной и пляжа. На набережной люди есть, но людей не так много, как было это буквально дня два назад. В то же время загорающие присутствуют. Там он где-то женщины купаются. Нет, не купаются. Подтвердить факт купания не могу. Ветер сильно загорает, точно. А с другой стороны, а убежал уже охранник с музея. Не с музеем, с этим, поскольку с биноклем. Так подсматривал хорошо. Смотрел на них. Что касается Сочи, точнее не Сочи, а погоды. Ветер сильный, со стороны Сочи немножечко тускно, так пасмурно. Вода идеально прозрачная. Смотрите, видно дно, но все-таки, знаете, нет, наверное, не идеально прозрачная, такая прозрачная с легким матовым оттенком. Я понимаю прекрасно, что эти два слова противоречат друг друга, матовая и прозрачная, но какая-то вот такое, вы знаете, с добавлением молока. В общем, так, в принципе, все красиво, классно, все кораблики и суда вышли в море подальше, что не сильно, но в то же время присутствует. Как-то так, как-то так. Вот такой вот у нас получается дневной обзорчик. Ну, слава богу, солнце вышло уже хорошо, а то уже что-то я расстроился. Всем пока, пойду снимать второй дневной обзор, но уже туда, куда-нибудь на Гренаду.